Добрый вечер. Это ток-шоу «С глазу на глаз». Это прямой эфир. В Украине парламентом вчера принят закон про засади мовної політики, як це звучить державною українською мовою. І этот самий закон став знову камнем преткновения, став знову документом, который обозначил политические противостояния в нашей стране. И на улицах некоторых городов Украины футбольных фанатов и футбольных болельщиков снова сменили пикетирующие люди с лозунгами, протестами, речевками, голодовками и так далее. Попробуем сегодня разобраться в нашей студии, почему в Украине этот документ вызвал такой резонанс. Это действительно народное невосприятие этого документа или это все-таки политические интриги? Поговорим об этом с гостями нашей студии, Сергеем Барышниковым, политологом. Сергей Анатольевич, добрый вечер. И Олегом Мясниковым. Олег Генрихович, приветствую вас в нашей студии. Уважаемые гости, ожидали такого решения парламента и то, как это произошло, Сергей Анатольевич? Календарных 30 дней с момента принятие этого законопроекта в первом чтении истекало, если день в день брать, 5 числа. Поэтому к концу недели я лично думал, возможно, попытка как-то, потом, может быть, эту попытку трансформируют на осень в какие-то решения. То есть, честно говоря, ожиданий у меня не было. В этот день я даже так просмотрев утреннее, ну, по крайней мере, в первой половине заседания Рады, я не увидел там никакой решимости, никакой, так скажем, хитринки ни в чьих глазах, ни в глазах оппозиции, ни в глазах правящей части депутатского корпуса. И я переключил так спокойно канал Рада. И потом, когда это все случилось, для меня это была неожиданность, но замечу, для меня лично она была приятная. Я в этой связи могу сказать вот так каламбуря несколько. Я рад за нашу Верховную Раду, за нашу Раду. Закон устанавливает, что государственным языком является украинский язык, но разрешает использование региональных языков, языков меньшинств, если количество лиц, носителей этого языка, проживающих на территории, на которой распространен этот язык, составляет 10% и более численности населения. На ваш взгляд, Олег Генрихович, где здесь ущемление, где здесь попытка ущемить украинский язык как государственный, на котором сегодня так рьяно с пеной у рта доказывают представители оппозиции? Ну так ведь сам закон – это, собственно говоря, повод для политической бучи, которая будет сопровождать, вероятно, всю избирательную кампанию летом и осенью этого года. То есть, если посмотреть такими незамутненными, незамыленными глазами на весь документ, так он говорит только об одном. Во-первых, он говорит о взаимоотношениях между гражданином и государством в самых различных аспектах. Он говорит только об одном, что лингвистическая дискриминация, то есть дискриминация по языковому признаку, по сути дела, запрещена, и расписывает, где и как именно она запрещена. Например, если раньше все наши судьи, которые работают в Донецкой области, судьи районного звена, ну и вообще в Восточной Украине, были преступниками, потому что судопроизводство на Украине, согласно законодательству, ведется исключительно на украинском языке. Но судья районного суда вынужден считаться с действительностью, что приходят к нему люди, которые мало того, что в судейской, так сказать, в судейском жаргоне плохо разбираются, но они еще и плохо знают украинский язык, даже, может быть, на бытовом уровне. Как с ними разговаривать в суде? Вот он уступает, он говорит с ними на русском языке, он ведет судебное процесс на русском языке, ну, решение, конечно, пишет там на украинском языке, все это. Но он получается в такой, как называется, двусмысленной ситуации. Он, по сути дела, преступник, его можно за это наказать. Судя по закону новому, если принято решение местными органами власти о том, что у нас будет региональный язык, значит, и судья может вести на региональном языке судебные заседания и, ну, по согласию сторон, понятное дело, и так далее. Все нормально. Нормализуется ситуация, понимаете?
Сергей Анатольевич, ваше мнение по этому поводу? Я хочу сказать, что большинство представлено и депутатами партии регионов, коммунистами и еще примкнувшими к ним. Оно платит по счетам тех предшествующих составов нашего Верховного Совета еще УССР, а затем Верховной Рады уже независимой Украины, когда волевым решением, да, без какого-либо, так скажем, даже стремления узнать мнение народа, я не говорю уже о референдуме и так далее, волевым решением депутаты нам навязали одноязычие формальное, официальное. И теперь частично вот мы возвращаемся к той нормальной, естественной ситуации, которая, на мой взгляд, она, конечно, будет таковой оставаться. И формула фактически реализуется: два языка, один народ. Если это кого-то не устраивает, то их тогда вообще не устраивает, так сказать, сам принцип существования народа в любом, так скажем, его варианте, или в двуязычном, или в полиязычном, много, так сказать, язычном и так далее. Поэтому тогда как это объяснить, позитив в любом случае. Так, да. Тогда как объяснить ситуацию, которую мы сегодня можем видеть с экранов телевидения и слышать о том, что попрание статуса и позиции украинского языка в нашей стране является в самом ближайшем будущем, я цитирую, часть тех политиков, которые высказываются, общественных деятелей, является, скажем так, попыткой убить, да, что называется, украинскую идентичность, потому что за этим стоит проблема и будущее нашей страны. Олег Геннадьевич, как вы считаете? Один умеренный националист на этот счет говорит: ну что, украинский язык настолько плох, что ли? Что если не будет закона, если не будет вот этой якобы государственной защиты, хотя это тоже фикция, вот он просто начнет, как говорится, интенсивно умирать, деградировать и разлагаться. Ну что это за ерунда? Это же, вы понимаете, кто-то считает, что судьба украинского языка зависит от какого-то там, понимаете ли, закона, он просто дискредитирует этот язык. Это самое что ни на есть большой изощренный плевок в адрес этого языка. Сергей Анатольевич, вы как историк, Украина же достаточно долгое время за всю свою историю, а точнее сказать, большую часть времени была постоянно под чьим-то гнетом, да, находилась в чем-то политическом, скажем так, под политическим колпаком, и при этом, при всем, учитывая сегодняшние наши дни, она достаточно спокойным образом вынесла, пронесла этот язык, который сегодня является государственным. Неужели, на ваш взгляд, законы, документы, бумаги могут, скажем так, сохранить идентичность языка? Или этим главным носителем, хранителем должен являться просто народ? Вот те крикуны, те, так сказать, авантюристы политические, идеологические, которые подобные ставят проблемы и озвучивают их как животрепещущие, на самом деле, мало того, что правильно сказал мой коллега, они с самого начала не верили и не верят в свой народ, от имени которого, так сказать, они все время высказываются, в его историю, в его настоящее, в его будущее. Но они фактически уже смирились и свыклись внутренне с тем, ну, безобразным положением, которое не то, что европейский стандарт, в общем-то, игнорирует, но общий человеческий стандарт. Как можно издеваться в языковой сфере над доброй половиной, ну, даже пусть на третью своих же сограждан, своих, так скажем, сожителей, платящих налоги, реализующих свое гражданское право, свою ответственность уже на протяжении всех этих почти без малого 21 года суверенного существования, да еще и раньше, да? Если люди двуязычны, если общество двуязычно, страна и государство должно быть двуязычным, оно должно, государство, идти вслед за обществом, вслед за народом, а не где-то там проселочными дорогами, неизвестно с каким факелом сомнительной наполняемости, вести нас к свободе или еще к каким-то другим ценностям. Если этого нет, то это не политика. Поэтому я еще раз подчеркиваю, вчерашнее решение — это наконец-то приближение к норме политического существования нашего общества, к норме политического и общественного развития. И мы, конечно, должны это приветствовать. Мы сейчас перейдем уже в политическую плоскость этого вопроса. Хотелось бы, Олег Генрихович и Сергей Анатольевич, узнать вот еще какую позицию. Наши украинские политики очень часто пеняют на то и направляют наш народ, что мы должны двигаться в сторону, да, европейских стандартов жизни, европейской демократии. Очень часто, в пример, приводятся
те же Соединенные Штаты Америки, но мы имеем примеры в Европейском Союзе государств, которые имеют несколько государственных языков и при этом достаточно нормально выживаются. Те же Соединенные, та же Канада, которая также является неким венцом, да, демократии, тоже имеет два языка. Почему вот здесь у нас никто, скажем так, не парирует этими фактами и забывает о том, что такое существует? Например, вы говорите о том, что некоторые страны Европы имеют несколько государственных языков. А есть страны, которые вообще государственных языков не имеют. Упомянутые вами Соединенные Штаты. Ну, нет там государственного языка. И не нужно. Великобритания. Нет там государственного языка. И не нужно. Страшно сказать. Германия. Хотя Германия по вот, типу национализма, она близка к Украине. И с них-то, собственно говоря, многое чего началось. Нет там государственного языка. Нет. Совсем недавно Меркель, канцлер, заикнулась, а не худо бы нам перейти на европейские, в кавычках, стандарты. Быстренько ее одернула часть Бундестага, и все, вопрос был снят. В многих странах нет этого. Либо там существует такое большое обилие государственных языков, как, например, в Индии 40, например, что просто это сам вопрос обессмысливается. Здесь вот, Юрий, на мой взгляд, в чем здесь суть и в чем, ну, скажем, перспективная значимость всех этих событий. Сколько бы ни говорили о том, что языковая проблема, это третьестепенная, там, 25-степенная, никого она не интересует, почему же тогда взвились так соколы оппозиции и, соответственно, их прирученный вот такой, так сказать, актив, который сейчас в Киеве там продолжает свою акцию. Почему же их так задела вот эта языковая ситуация, которая хотя бы, ну, немножечко сдвинула, так сказать, языковую ситуацию в сторону русского и иных языков? Нет, это один из стержневых, один из базовых вопросов. Это квинтэссенция вообще нашего суверенного развития и нашего перспективного будущего развития. Поэтому эту проблему, ее все равно нужно решать. И я еще раз говорю, те политики, которые являются ответственными политиками, они это понимают, и невзирая ни на какие, так скажем, эксцессы, ни на какие политические, может быть, даже утраты, они ее начинают решать. И будем ждать дальнейшего движения на этом пути. Сергей Анатольевич, я следующий вопрос позволю перевести в личную плоскость. Скажите, пожалуйста, вот до принятия этого закона, то, как мы живем сегодня в вопросе языка, вас, как человека, как гражданина Украины, наличие одного языка украинского, как государственного, каким-то образом дискредитировало, доставляло вам просто жизненный дискомфорт? Доставляла и продолжает доставлять, даже с точки зрения моей профессиональной деятельности. Вот на нашей кафедре, допустим, политологии, требования ко всем письменным работам наших студентов, в том числе итоговым, магистерским, дипломным научным исследованием, только на одном языке, на украинской мове. Страдает качество, страдает, так скажем, и научный руководитель, и сам исполнитель этой работы. Получается какой-то, понимаете, мякиш, а не научный продукт в конечном счете. Но главное, что мы здесь в одномовном режиме отчитываемся и берем под козырек. Хотя это непонятно. Мы ведь гуманитарная сфера. Мы ведь сфера высшего образования, которая должна быть настолько многолика, настолько должна быть, ну, я бы сказал, разнопланова, что здесь какого-то диктата, какого-то моно. И вообще 21 век это все настолько делает, ну, я бы сказал, непотребным. И надеюсь, что теперь хотя бы даже в этом формальном, в этом правовом поле появится брешь, которая выведет нас на альтернативы, на поле звучания нашего, так скажем, вот студента, нашего молодого исследователя. Ну и другие сферы, которые касаются людей, начиная от дублирования, я надеюсь, что это произойдет, лекарственных препаратов и до других текстов, которые необходимы и по жизни нас сопровождают, ну, от рождения, по сути дела, до конца. Олег Генрихович, у вас сложности в этой связи возникали? Да меня вообще возмущает, когда государство, которое не пользуется большим уважением, которое не является специалистом ни в чем, начинает влезть в такие сферы, у которых собственные законы развития, в такие сферы, как, например, культура, в такие сферы, как, например, язык, в такие сферы, как, например, религия, или история даже, и так далее. История, ну это вообще, это мрак просто. Вот. И поэтому, когда оно
государство как-то все-таки, не скажу, что замечательным или идеальным, тем более образом, но пытается урегулировать свои взаимоотношения с обществом по этому поводу. И это я, конечно, приветствую. То есть давайте подходить к той ситуации, которая уже происходит сегодня. То есть те моменты, которые мы можем видеть на улицах Киева и ряда других городов, та, скажем так, реакция части людей, которая видна на экранах, это все-таки больше, скажем так, политическое взвинчивание обстановки? Или это действительно, скажем так, зов людей, боязнь того, о чем мы говорили, о том, что это каким-то образом повлияет и уж, Господи упаси, погубит украинский язык? Ну что, ну а что, во Львове, что ли, объявят русский язык региональным? Я не понимаю. Чего-то они, грубо говоря, о Донбассе так пекутся. Мы что, просим их печься о нас, что ли? Тем более, если почитать там интернеты, так сказать, каких только эпитетов они в сторону, в адрес жителей Восточной Украины, в частности Донбасса, не употребляют. Это действительно разжигание национальной розни, если уж так говорить на языке Уголовного кодекса. И вот опять, в западных областных центрах вышли, ведомые своими областными советами, их поводырями и так далее. Их мнение, вот оно, здесь звучит, да? Они отстаивают свою точку зрения. Тот факт, что у нас на Востоке нет массового альтер или контр, так скажем, такого представительства. Так вот почему, Сергей Анатольевич, да? Может быть, русскоязычному населению не так и нужен был этот закон? Это не говорит о том, как, может быть, некоторые трактуют, что здесь людям безразлично, а там у них пассионарии, у них сердце, так сказать, болит и искрит отовсюду и так далее. Здесь люди тоже понимают, кто они. Они не Иваны, не помнящие родства. Они тоже имеют свой корень исторический, свой род, о чем говорили, так сказать, западные эти все мелкие политиканы. И они это помнят, чтут. Но они больше склонны, так сказать, все-таки к какому-то созидательному проекту, а не какой-то крикливой вот этой позиции. Они склонны к тому, чтобы навязывать свое мнение. Может быть, люди здесь, на Востоке у нас, более умеренны вот в этих всех, так сказать, внешних проявлениях, в этой всей идейно-политической мишуре. Может быть, это в какой-то степени недостаток, потому что играть приходится по правилам той игры, которую нам уже навязали за эти почти четверть века. Но, еще раз говорю, надо поблагодарить и наших политиков, в основном, конечно, делегированных отсюда, с востока, с юго-востока страны. Ну и, конечно, за ними стоит большая часть, по крайней мере, не меньшая часть электората, избирателей и в целом общества. И коль мы говорим о правовом государстве, коль мы любим устами вот этих крикунов сегодняшних на ступеньках украинского дома в Киеве говорить о гражданском обществе, хочется сказать, ну наконец-то это и есть вот инициатива в русле нормального гражданского общества, в русле полноценного правового государства. Аплодировать надо ей. Помогать надо, советы давать, поправки конструктивные, а не те поправки 2000, которые должны были завалить этот законопроект в комитете. Кому нужен такой комитет и его комитетчики в ЛС Яворьевским? Вот их нужно отправлять уже на политическую свалку. Олег Генрихович, на ваш взгляд, во что могут прирасти эти уличные акции? Я так думаю, что партия регионов, сама того не желая, может быть, то есть это точно не ясно пока, подкинула тему для той избирательной кампании, которая будет идти до октября месяца. И поставила, в общем-то, в довольно выгодное положение, положение защитников истинно украинского, своих оппонентов и соперников из так называемой объединенной оппозиции. И я думаю, что, ну, посмотрим, конечно, как это получится на самом деле. Потому что планы планами, намерения намерениями, а реальность может быть иной. Я думаю, что под эту тему защиты украинского будут в особенности раскручивать всевозможные кандидаты именно в мажоритарных, может быть, округах. Ну, в тот уже упомянутый Яворьевский, профессиональный любитель украинского языка, профессиональный защитник украинского языка, профессиональный защитник всего, так сказать, украинского, только вот как письменник он скончался, нет его. Вот и защищал бы украинский язык своими работами, которыми мы бы гордились, которые мы бы читали и тому подобное. Вот подобного рода люди, или даже, можно сказать, политиканы, лучше, наверное, так сказать, вот, конечно, они получили очень хороший подарок.
Есть телефонный звонок, давайте послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, приветствую вас и ваш вопрос. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Если можно чуть громче, представьтесь, пожалуйста. Я Валентина, житель Восточного региона. И вот у меня такой вопрос. Давайте начнем все сначала. Давайте начнем все сначала, вы представитесь, и мы вас услышим. Добрый вечер. Добрый вечер. Отлично. Я с Восточного региона. Угу. Меня, конечно, очень возмущает то, что хотят вести чисто украинский язык против русского языка. То есть получается, что нас они этим ущемляют. Это во-первых. Во-вторых, я, конечно, приемлю украинский язык, я его знаю, но меня возмущает этот суржик, который сейчас вводят в украинский язык. То есть это не чисто украинский язык. Никогда в жизни в украинском ведь не было две буквы «Г», как сейчас преподают в школе. И украинского языка от наших политиков чистого я, например, не слышу. Я слышу польско-украинский, венгерско-украинский, румынско-украинский, но не чисто украинский язык. Я не знаю, что они предлагают. Вот этот суржик... Угу. Спасибо за ваше мнение, да, скорее всего, это не больше вопрос. Ну, да, прокомментируйте. Ну, я же говорю, писатели, гнать их из Верховной Рады, пускай занимаются своим профессиональным трудом. Своим прямым создают, да, те образцы украинской культуры, да. Если это романы на украинском языке, которые мы будем читать. И будем поэтому у нас будет правильный, хороший, литературный, красивый и украинский язык, а не вот действительно тот суржик, который... заполонил все. Сергей Анатольевич, если можно коротко, ваше мнение, во что может вылиться нынешняя ситуация, которая происходит на улицах? Конечно, какое-то противостояние неизбежно. Я еще раз сказал, это тема нерв, это проблема животрепещущая. Понятно, что колбасные дела, имущественные проблемы, экономические и так далее, они вот каждый день, но и это тоже наша общая ситуация. Мы не можем, конечно, говорить о том, что этот день я думал, а этот день я забыл подумать о проблемах языка, языковой сферы. Но это как вот молоко матери, это наша кровеносная система. Так же. И она в каждом есть. Поэтому, безусловно, конечно, та часть политической команды, назовем ее так, которая будет паразитировать на теме одноязычия, украинского языка и так далее, она будет пытаться, конечно, что-то выторговать, какие-то дивиденды политические, набрать очки, в том числе в преломлении на будущую мажоритарную, по своей сути, избирательную кампанию в центральных и западных районах. Но это вряд ли приведет к какому-то серьезному перевесу, тем более это вряд ли, на мой взгляд, сможет повлечь за собой некое общее гражданское внутреннее напряжение, а уж тем более противостояние. Сергей Анатольевич, перейдем в плоскость политическую. У нас буквально остается две минуты. Что, на ваш взгляд, стоит за заявлениями об отставке спикера Верховной Рады, его заместителя Николая Томенко и за заявление президента Украины, который сказал, если в случае, когда не удастся стабилизировать работу Верховной Рады, возможно, придется прибегнуть к варианту досрочных выборов в Верховную Раду. Какова вероятность такого развития событий? Ну, политическая песенка Литвина, на мой взгляд, давно уже спета. В лучшем случае, что его ждет, это переизбрание уже по своему одному из прикормленных в Житомирской области мажоритарных округов. И все, как лидер политической силы какой-то, тем более глава какой-то фракции в парламенте, он уже, скорее всего, процентов на 99, он уже ушел в небытие. Томенко это известный идеологический, в общем-то, провокатор, по большому счету, который сделал карьеру еще очень удачную в комсомольских, в ОССРовских структурах, потом подвязался на ниве других пост независимых уже организаций. Сергей, какова вероятность досрочных выборов, на ваш взгляд? На мой взгляд, досрочные выборы никому не нужны, потому что не за горами уже плановые выборы октября. Так же, если на это оппозиция рассчитывает, то у нее просто будет уменьшен временной резерв и ресурс. Давайте послушаем, есть телефонный звонок, у нас очень мало времени. Добрый вечер, слушаю вас, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валерий Иванович. Да, слушаю вас. Я... задаю вопрос, почему у нас вот в Макеевке, в Восточной Украине, почему у нас в Донбассе нет такого массового движения в поддержку этого законопроекта, вообще в поддержку русского языка. Получается, что там поддерживают, а у нас некому даже сказать слово.
Спасибо. Но мы частично отвечали на этот вопрос, то прокомментирует коротко, если можно. Олег Ильихович. Ну, потому что, еще раз говорю, потому что сейчас языковой вопрос оппозиция пытается использовать в интересах избирательной кампании. Вот для чего. А партия регионов, судя по всему, это пока, по крайней мере, это делать не пытается. Тем более, что у нее есть позитивный результат, который, с ее точки зрения, должен работать на него. Зачем движение, если принят закон? Олег Генрихович, вдогонку вам тот же вопрос. Какова, на ваш взгляд, вероятность досрочных выборов, учитывая ситуацию, которая начинает складываться? И, если можно коротко, отставка Литвина. Что отставка это? Литвина. Да, Литвин должен был подать в отставку, потому что он действительно будет баллотироваться по мажоритарному округу. И в этом округе он будет, повторяю, своей основной предвыборной темой делать вопрос о защите всего-всего-всего, что есть только, так сказать, украинского. Партия его не пройдет в парламент, так что у него ставка на мажоритарный округ. Как парламент будем выбирать, досрочные или плановые? Досрочные выборы. Партия регионов и, в частности, Янукович не хочет упустить сейчас контроль за ситуацией, и поэтому, когда ему угрожают, что мы там, понимаете ли, оппозиционеры, уйдем, он говорит, ну и прекрасно, и замечательно, мы будем действовать таким образом, да, чтобы этот контроль не потерять, и мы быстрее даже сами распустим парламент, если такая угроза будет. Но я согласен, это никому не нужно. Следующий вопрос, да или нет. Подпишет президент этот закон или нет? Я думаю, подпишет. Олег Генрихович. Да, подпишет. Ну что ж, большое спасибо, уважаемые гости, что вы были сегодня в нашей студии, ответили на вопросы как мои, так и наших телезрителей. Я напоминаю, что в ток-шоу «Глазу на глаз» принимали участие политологи Сергей Барышников и Олег Мясников. Говорили мы о ситуации, которая складывается вокруг принятия закона про засады мовной политики, который был принят вчера в Верховной Раде Украины. Делайте в своей жизни правильные выводы, принимайте правильные решения. Несмотря ни на что, верьте лучше. Всего самого доброго и до свидания.